Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 18 июня 2022 года, 8 часов утра, пекло. Уже 27 градусов тепла. Но потихоньку все подрастает, оживает. Завтра буду обливать помидоры от фитофторы, а потом под корень полью марганцовкой, чтобы они набрали силы. Сегодня обязательно мне нужно прополоть и окучить вот эти три грядки капусты. Вот эта грядочка. Вот эта грядочка. Видите, как от солнца сгорела у меня смородина. Это не болезнь. Весной была здоровая, когда было прохладно, здоровая, красивый куст. А как начало солнце, солнцепёк, и сгорело. Вот, горит. Прям листочки горят. Ну, где ж, по 33 градуса жары. А здесь вот у меня медведка воюет. Надо отсаживать кусты. Здесь вот съела. Вот здесь съела. Вот сколько раз ругаюсь на себя, что я мало сажаю, где по 2 штуки для запаса. И вот пересадить теперь этим сортом у меня лишней нету. Все по одной сидит. Придется цветной капустой теперь сажать. Морковочка зашла. Вроде бы неплохо, но есть местами пусто. Хотя сеяла густо. Но все равно получилось пусто. Так вот, и третью грядку сейчас я вам покажу. Вот третья грядочка. Вот сегодня до обеда мне это нужно все окучить. Накрываю ведром. Отсадила здесь и накрыла ведром, потому что сжигает солнце, не дает прижиться. А так полутенечки, оно приживается хорошо. С картошкой я все справилась. Вчера вот окучивала капустку. Тоже отсаживала, тоже было 2 куста съеденных, но вроде бы прижились. Здесь ничего, набирает силы. И еще покажу, где у меня сидит капуста. Завтра утром буду собирать ягоды. Ягодки краснеют. Здесь вот у меня сидит сорт гака. Потом попозже я о каждом сорте сделаю видео. Вот он, сорт гака. Разная. Где сильнее, где слабее, а где он совсем замурыш. Окучила ее уже, и вон травка поперла. Но это буду уже ходить руками. А это ранняя. Недели через 2 уже будем кушать свою раннюю капустку. Здесь убрала лук весь и буду отсаживать цветной. Такая у меня цветная. Это буду отсаживать вечером. Здесь вот у меня чернушка по краю сидит. Вечером будем заниматься. Вот она обычно 15-го. Ну, а сегодня у нас уже 18-го. Самая хороша к посадке. Она маленькая, лучше приживется. И к октябрю она вырастет. И еще не сказала, я и забыла, что у меня еще брокколи сидит. Вот я сегодня делаю обзор своей капусты. Обзор капусты делаю. Вот она моя сидит, брокколи. Вот видите, брокколи мою съели. Так, вот у меня 2 штучки. Это я вечером отсажу, а я и забыла про нее. Вот хорошо, когда по 2 штучки. Вот они, 2 штучки. Я одну съела, могу одну посадить. Так, больше у меня 2 штучки нету нигде. Нету. Это брокколи. Очень люблю брокколи. Вообще капусту хорошо вот сажать вот такого по забору. Она любит сырость. Но это уже до следующего года. Ну что, пойдем полоть. Ну вот и все, мои дорогие друзья. С капустой моя мука закончилась. Вот так я ее окучила. И здесь вот окучила.
Здесь вот так длинночку окучивала, три рядочка. Ну, а здесь как получится. Делала по-разному. Пусть растет. Вечером слегка полью. Помидоры теперь, братцы, в понедельник от Витавторы я болью. И надо будет их окучивать. И поливать буду раза два в неделю. Обильно полью их и окучу. И больше ничего им делать не буду. Обработку от Витавторы буду делать три раза. Вот понедельник, потом через 10 дней еще, потом еще. Ну ладно, не... Так, сорта у меня здесь. Каменная голова. Харьковская поздняя. Где, какая, точно не знаю. Подарок. Теща. Ну и колобок две штучки где-то сидит. Это потом уже, когда вырастет, сделаю характеристику каждой капусты, какая мне понравилась, какая мне не понравилась. Заходите в гости, мои дорогие друзья, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч, пока.